Россети «Северный Кавказ» призывают родителей усилить контроль за поведением детей вблизи энергообъектов. По словам специалистов, из-за нарушения норм электробезопасности и пренебрежения правилами поведения вблизи энергообъектов могут участиться несчастные случаи. В период пандемии компания «Россети» «Северный Кавказ» активизировала уроки по электробезопасности в онлайн-формате. Они проходили на популярных площадках в социальных сетях. Однако усилий одних только энергетиков недостаточно.